в одном объекте не приходится. Это целая система, состоящая из отдельных компонентов. Можно сказать, что у белорусских ученых уже есть действующие фрагменты, которые можно будет предъявить буквально через год. Но создание всей системы потребуется больше времени. Предположительно, все результаты можно будет ожидать через 5 лет. И напоследок приятная новость пришла из Польши. Белорусские разработчики среди курса Дмитрия Мороза победили в международном конкурсе инновационных стартапов «Волк-Сан». В первом конкурсе, который проходил в Варшаве, участвовало около 300 стартапов. Главный приз – 100 тысяч долларов. Белорусы представили веб-камеры, которые могут сигнализировать о проблемах с кариесом. Благодаря новинке можно узнавать о наличии кариеса на ранней стадии, что поможет экономить деньги и сохранять зубы. Суперскана выглядит как зубная щетка. Чтобы им воспользоваться, нужно провести устройство вдоль зубы. Сканер прочитает информацию о состоянии ротовой полости и передаст ее.